Всем привет, народ! Сегодня мы с вами поиграем в Far Cry 5. И утро у нас с вами начинается с эксперимента сразу же моментально. Да, я знаю то, что уже вышли некоторые эксперименты, там всякие видеоролики про инопланетян в Far Cry 5, не волнуйся, я их тоже выложу. Дело в том, что игра мне стала доступна, как и всем пользователям, только сегодня, буквально, 30 минут назад она стала доступна. И есть одна проблема. Программы для записи, которыми я пользуюсь, тот же Shadow Play, Bandicam, они не захватывают игру, поэтому я, скорее всего, буду стримить Far Cry 5. Вот, поэтому, если вы смотрите этот видеоролик, переходите на стрим. Я думаю, стримы сегодня вообще весь день будут по Far Cry, так что увидимся, услышимся. Ну а сегодня мы с вами проэкспериментируем один довольно интересный момент в игре. Видеоролик называется «Что будет, если не арестовывать отца Иосифа в начале Far Cry 5?». Я думаю, вы уже знаете, что произойдет, но дело в том, что это является неким контентом на моем канале, поэтому я должен это проверить. Итак, новая игра. Уровень сложности... Какая разница? Это экспериментальный видос, поэтому давайте средний выберем. А проходить я не знаю, на каком буду. Может, на максимальном даже пройду. Посмотрим. Так что, друзья, сейчас мы все с вами узнаем. Так что, да, ребят, придется мне стримить игру. Потому что проблемы с захватом экрана. Чего? А почему не запускается игра? А, фу ты, это что, персонажа выбрать надо? Ну, подтвердить. Какая разница? Ладно, неважно. Так что, ребят, начинаем. Хоуп Канти. Я же сказал, что Бог не даст меня забрать. Отец. Ну, это тот самый, по-моему, отец Иосиф получается, да? Ну, в общем, сражаться будем сегодня с культистами на стриме по Far Cry 5. Надеюсь, вам всем будет весело. Надеюсь, мне тоже будет весело. Но самое главное, это будет проверка звука для начала. Потому что с ней могут быть небольшие траблы. Ну да ладно, неважно. Итак, давайте начинать, ребята. Запомните, это еще... Страна холмов и гор. Тихо, наверное, да, пока? Штат сокровищ. У Монтаны много названий. Музыки, кстати, нет, потому что она, скорее всего, лицензионная. Это дом. Мой родной край. Слушайте, это не прохождение, поэтому родной можно перемотать? Красивый. Блин, нельзя потому перемотать. Здесь легко не заметить человеческую... Вон, посмотрим видос. Эпка попью. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта, натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Классная съемка. Купили все наши фермы. Потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. Никто не спасет. Вообще Бог никто. Требует, чтобы мы спасли эти заблудшие души, хотят они того или нет. Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить нам. Другие разрушить все, что мы с вами создали. А третий — предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Кто? Их лидер. Отец Иосиф. Иосиф Сид. Для них он отец. Отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Они слепы. Хотел записать фастовый видеоролик на тему, что будет если, но не получилось. Из-за видоса, который я буду смотреть на стриме. Угу. Эй, ты. Да, ты. А вот и начинается. Не тратишь время, тут нет сигнала. US Marshal. Пересекаем Хинбейн. Угу. Это Иосиф Сид, друзья, знакомьтесь. Теперь мы в стране эдемщиков. Еще долго? Тебе хватит времени, чтобы передумать и развернуть вертушку. Хотите, чтобы я проигнорировал ордер, шериф? Нет, сэр. Я хочу, чтобы вы лучше понимали эту ситуацию. Иосиф Сид не из тех, кого можно припугнуть. У нас с ним уже были стычки. Секта не всегда идет навстречу. Я думаю... Иногда лучше оставить все как есть. Да. Был бы у меня какой-нибудь араб-молдаванин, который выкладывал бы за меня видеоролики.
Он бы вырезал этот момент со стрима скорее. А можно видео пропустить? Я не могу его вырезать, потому что мне нужно будет сразу потом стримить. И плюс идет захват экрана. Малейшее отклонение, и экран похерится. Если он вообще записывает прямо сейчас. Заебали, пиздец, уже. Почему это нельзя пропустить? Но мы с вами просто смотрим катсцену. Ну, если что, вы перемотать можете видеоролик. Вы же не безрукие какие-нибудь, да? Но я образно имею в виду. А теперь будем арестовывать этого отца Сида. Ой, ну да, отца Иосифа. Вот этого. Ага, вот они. Ни хрена себе, там уже огнеметчик. Диспетчер, слышишь меня? Да, слышу. Если через 15 минут не выйду на связь, вызывай всех. Если придется, вызывай нас в гвардию. Прием. Так точно. Я вас помолю. Слушайте все, три правила. Держитесь рядом, не доставайте оружие и помалкивайте. Ясно? Понял. Салага. Внимание. Не зевать. Идем. А мне идти придется, да? Вы можете... А, да, можно. Только... Он будет в церкви, не отставай. Он идет очень медленно у меня. Смотреть в оба. Их легко спугнуть. Салага, сюда. Спокойнее, ладно? Что они здесь делают? Тихо! А ну успокойтесь! Тому не бывает. Вас это не касается. Не вмешивайтесь. Шериф, дело плохо. Все в порядке, Хадсон. Все в полном порядке. Боже мой. На вас есть значки, верно? Да, но здесь не особо уважают значок шерифа. Зато ствол они будут уважать. А вот, собственно, та самая церковь. Я уже вашу. Классное, кстати, начало, мне нравится. Прикольно будет застримить это все дело сегодня. Ну что, проверяем эксперимент, друзья. Сейчас, я так понимаю, та самая сцена будет. Давай лучше сделаем по-моему, без шума. Спокойно. Ясно? Ясно. Хадсон, к двери, прикрой нас. Сюда никто не должен войти. А ты со мной. И да, ну... Не наделай там глупостей. Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Все хорошо. Угу. Что-то случится. Вы чувствуете, да? Что мы приближаемся к краю пропасти. Владислав Коп на озвучке. Что грядет час расплаты. Вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Они придут. Чтобы забрать все. Забрать оружие. Забрать свободу. Даже веру. Но мы им не позволим. Шериф, ну, еще рано. Не позволим их жадности. Их безнравственности, их порочности одержать верх. Шериф, главное, мы больше не будем страдать. Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперед и держите руки перед собой. Нет. Вот они, саранча в нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим. Спокойно. Оружие сейчас ни к чему. Вы... Так, всем стоять на ногах.
Всем стоять! Пушки на землю! Успокоились! Мы ждали этого момента. И мы подготовились. Все. Все. Бог не позволит им забрать меня. Я видел, что Агнец снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырех животных. Иди и смотри. Выйди вперед. Я взглянул. И вот. Конь бледный. И ад следовал за ним. По-моему, это он на озвучке, да? Вот, начинается. Давай, в наручники его. А я не буду, ребята. Итак. Бог защитит меня. Бог защитит меня. В общем-то... Салага, проследуй на него. Нажмите Enter, чтобы арестовать отца. А мы этого делать не будем, друзья. Мы с вами проводим эксперимент Far Cry 5. Что будет, если не арестовывать отца Иосифа? Забирай друзей. И уходи. Это, кстати, намек на Far Cry 4. Там тоже была такая концовка, если бы мы вначале подождали, пока Пейган Мин вернется. Ждем. Он... Давай, салага. Видите, они нас подбадривают, типа, давай, братан, все нормально. Но не тут-то было, друзья. Мы с вами экспериментируем здесь. Бог все видит. И он будет судить вас по выбору вашему. Угу. Хрена лысого, Иосиф. Я буду ждать. Я буду ждать, пока не триггернется концовка. Довольно странно, кстати, то, что я стою, да? Он руки... Тяни, он руки так ко мне тянет, типа, ну давай же, арестуй меня, урод. А я такой, не, сосай-масай, я не буду тебя арестовывать, братан. Так, ладно, ребята, ждем. Ждем еще немного. Еще немного ждем. Секунды... Шериф, постой, маршал. Секунда на секунду должна триггернуться. Иногда лучше оставить концовка. Все как есть. Да ладно, Иосиф Сид, я все понимаю, братан. Походу все. Все, уходим. Ты чего удумал? Вы что творите? Вы что нахрен творите? Блять, мне звонят. Вернитесь! Заткнись и слушай! Наденешь на него наручники. И нам всем конец, ясно? Я вас всех арестую! Ну, с Богом. Как же мне вовремя, блять, позвонили. Ребята, все, эксперимент закончился. Вот такая у нас с вами получилась секретная концовка в пятом Far Cry. Игра полностью пройдена. С вами был Спектр. Ладно, шучу, конечно. Полную версию игры вы увидите на моих стримах сегодня. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если вам понравился видеоролик, ставьте лайк. Все, всем пока.